Касым-Жомарт Токаев принял участие в инвестиционном круглом столе с представителями деловой элиты Саудовской Аравии. Главной темой встречи стало укрепление взаимодействия двух стран в сферах инвестиций, экономики, торговли и финансов. Участники поделились планами о расширении транзитно-транспортных и логистических возможностей. Токаев выделил транскаспийский маршрут, соединяющий Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. На встрече Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан входит в десятку крупнейших производителей пшеницы и муки. В связи с этим наша страна может стать одним из стабильных, долгосрочных поставщиков высококачественной пшеницы, муки и масличных культур. Затронул и аэрокосмическую отрасль, где компании двух стран могут успешно взаимодействовать. Эксперты считают, что такое сотрудничество выгодно всем. Нам это все интересно. У нас есть, куда можно приложить саудовские деньги, с одной стороны. С другой стороны, может, саудитам самим будет интересно решать проблемы своей продовольственной безопасности через нас.